Значит, пока скидываются те два, вернее, три видео, обнаружил еще один прикол. Значит, включаем фары. Торпеда не показывает, что у нас горит дальний. Идем смотреть. А у нас горит одна фара дальним, вторая вообще не пойми как. Топы молчат, соответственно. Щелкаем дальний. Включился. Идем смотреть. Теперь допы и правая фара горят как надо, а левая у нас горит ближним. Это что за прикол? Я не понимаю, в чем косяк. Щелкаем, дальний выключился. Хорошо, идем смотреть. Теперь у нас горит левая дальний и допы. Правая вообще не горит. Что это такое? При условии, что я вставил одну лампочку, вот такую, с которой в прошлый раз все работало, и одну вот такую, HB5. То есть справа у нас стоит нормальная, с которой работает, слева новая HB5, с которой ни хрена у нас не работает. То бишь, дальняя у нас сейчас не горит, как нам показывает торпеда, а он горит. Ну, я просто могу только аплодировать стоя больше. Больше мне ничего не остается, потому что я окончательно запутался, что это за хрень. Просто у меня уже кончились идеи. В общем, надеюсь, что вы мне кто-нибудь поможете, господа электрики. Потому что мне никаких больше идей нет. Нет, есть, конечно, одна грандиозная идея, это просто полностью переделать проводку, проложить ее заново. Но если косяк в лампочках, то это бесполезная вещь. Вот. Такие вот пироги.